И снова привет всем, с вами, как и всегда, несменный ведущий канала Double Geek, Серега. И сейчас, прямо сейчас, да, именно сейчас мы проходим Sherlock Holmes Crimes and Punishments. То есть Sherlock Holmes преступление и наказание. Вот как раз он начинает загружаться. Crimes and Punishments, Sherlock Holmes. Если честно, я не играл ни в одну из серий Шерлока Холмса, но как-то раз я увидел трейлер, и, о боже, мне очень сильно захотелось в него поиграть. Так, ну что, здесь, в принципе, и так все автоматом выставилось. Так что будем играть на максимальной графике. Кстати, если кому интересно, я, по-моему, говорил, что я себе приобрел новый ноут. И если кому-то будет интересно, в описании к видео я выложу, что это за ноут. Может быть, если кому-то станет очень-очень интересно, я даже сделаю обзор на него, потому что ноут действительно фантастический. Он мне очень-очень нравится. Во всяком случае, он помогает мне сейчас очень-очень сильно. Я далеко от дома, я не в Донецке, я в Одессе. И именно этот ноут спасает меня и помогает мне продолжать вести мою работу. Блин, прикольно выглядит. Кстати, игра обещает очень интересный и захватывающий сюжет. В каком плане? Дело в том, что здесь от вашего выбора будет зависеть исход раскрытия преступления, или же может добавиться пара-тройка лишних трупов. Так что, блин, даже не знаю. Так вот, я не играл ни в одну из частей, и когда увидел трейлер этой игры, мне так захотелось под нее поиграться, и я удивился, потому что я даже не подозревал, что есть игра Sherlock Holmes. Хотя я много чего не знаю, но это просто был какой-то фурор для меня, и сегодня как раз я хочу поиграть в эту игру. Продолжить. Я так понимаю, это был доктор Ватсон, а это у нас как раз Шерлок Холмс. Так, ползем. Что мне нужно сделать? А, мне нужно выбрать момент, походу, куда пройти. Стол укрыться, бегом под стол. Блин, знаете, это не стандартный Шерлок Холмс, это, походу, как раз, типа, аналогия, сходство на нового Шерлока Холмса с Робертом Дауни-младшим. Блин, потому что реально стилизованный такой Холмс. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Блин, Шерлок Холмс, это одна из самых любимых книжек. Я ее прочитал не только на русском языке, я ее прочитал в оригинале на английском. Это очень класс. Уверенные шаги, звяканье наручников, полицейский. Спинка не скрипнула. Инспектор Лестрейд. Лестрейд, what is it this time? They can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. Знаете, дорогие друзья, либо я давно, очень давно не играл в игры на высокой графике, либо компьютерная инженерия ушла далеко вперед, потому что это уже не первая игра за сегодня, в которую играю. Я вот буквально недавно играл в игру Rise, Son of the Rome, которая просто потрясла меня. Просто, я не знаю, там была такая реалистичная картинка, что я такого еще не видел, честно. Это было жесть. Здесь мы, в принципе, наблюдаем ту же самую ситуацию. Здесь достаточно неплохая графика, достаточно неплохое оформление. В общем, ладно, не будем об этом. Смотрим. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first.
The Merry Men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone. Ватсон, как всегда, всегда занятой, всегда жена. Ой. Нажмите клавишу Tab, чтобы открыть журнал и узнать, как идет расследование задания. Давайте нажмем Tab. Так, улики, сведения о жертве. Питер Кэрри, также известен как Черный Питер. Угу. Родился в 1845 году, 50 лет. Добился выдающихся успехов в охоте на китов в Скандинавии. Вышел на пенсию в 1884 году и осел в Woodman's Lee. Так, что это такое? Задание. Раскройте убийство, изучите место преступления, выберитесь из своего квартира. Ага. Так, это нам вот сюда надо. Блин, а красивый журнал. Так, ладно, выходим. Понеслась. Так, и что мне делать? Что это такое? Телескоп, посмотреть, как смотреть. F. Талант в ограничении позволяет представить себе предметы и события, не только в ограниченных. Ну, как смотреть в телескоп? О боже, фак, нет! О боже, ой, нет. Фак, зачем же ж так? Ой, блин, даже... О, фак. Как хорошо, что моих соседей по комнате нет. Они бы офигели, просто офигели. Блин, если они придут, я это покажу им. Так, миссис Хадсон. Миссис Хадсон. What a mess. What a terrible mess. Да ладно, все хорошо. This is where I keep my post. Неплохо так. I can always consult with it if needed. Так, я так понял, это мне нужно везде пройтись. I can always consult with it if needed. То ж это твой архив, я понял. И это архив. This is where I keep my post. Так, мне надо переодеться. А, вот, все, понял. Baker Street, Woodman's Lee. Стойте, а где я? Мне еще надо. I cannot leave yet. I am not finished here. Что ты не закончил, ты дурила? A map of London and the surrounding area. It could be useful. A map of London and the surrounding area. Так, ладно. You go along. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. А, стойте, это у нас Ватсон еще не женатый. Ой, боже. Я совсем не в ту степь пошел. Он у нас и так почти холостяк. Боже, блин, что делать? Куда идти? Мне надо одеться. Может сюда? О, да, дверь есть, супер, класс. Просто шикарно. Так, 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 так. Так, так, так. И я буду чай. Так. Ну, а где тут что выбрать? А сюда зайти нельзя. Сюда тоже нельзя зайти. И сюда нельзя. А нафига я сюда зашел? Ладно, выйдем из двери. Так. Ну все, наверное, теперь можно и выйти. Давайте. Так, ладно. Подождите. Таб. Где наши цели? Может, на Бейкер-стрит нам надо? Нет, Бейкер-стрит это там, где мы есть. Задание. Раскройте убийство. Да блин, а как мне его раскрыть, если я не могу даже выйти из этого? Улики. Ничего не могу. Документы. Нет. Бейкер-стрит, Б, Шерлок Холмс. Ух ты, гляньте, тут даже диалог есть. Тут даже диалоги есть. Это круто. Так, отголоски. Что это такое? Ага, нам нужно каких-то персонажей будет еще найти, походу. Да все нормально, блин. Ой, кстати, вот пришел сосед, я хочу ему это показать. О, фак! О, боже! Глянь на это! Глянь!
Говорю, глянь на это надо только, это надо увидеть. Это, блин, это капец, смотри, в телескоп. О, фак! Чёрт! Я когда посмотрел, я офигел. Так, ладно, не будем отвлекаться от темы. Чё он не выходит, блин? А, вот еще одна дверь есть. Может, сюда мне надо сходить? Я ее не заметил, если честно. Так. Нифига. Как я мог забыть? Черт возьми, блин, это действительно. Это. Так. Чё, мы ничего не можем взять? Очки у нас тоже закрыты. А, гляньте, так мы можем выбирать. Усы он сделали. Нет, нам нужен не халат, моряк, нараспашку, повседневный, черный, коричневый. О, давайте коричневый оденем. Прикольно. Усы и борода, почему заблокировано? Или, а, это, наверное, типа, что нас потом не узнают. Я понял. Давайте примем. Что делать? А, понятно, а толку-то все равно. Оно у нас ничего не принялось. Ладно, неважно, я так понял, мы оделись. Теперь мы можем спокойно валить. Так. Дверь. Погнали. Так, Вудмансли. О, да, мы пошли. Класс. Журнал расследования. Ну и? И что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Или это типа, чтобы скучно не было? А, не, о, инспектор Лейстрейд на Бейкер-стрит превратил полного ленок. Какая? Ночная судьба постигла бывшего капитана Чёрн. Блин, мне надо было другой костюм выбрать. Костюм морячка какого-нибудь. Было бы в тему. Ладно. Продолжить. Так. Мистер Райлс, неплохо. I'm over here. Come on. Присоединитесь к Лестрейду. Выполнено. Идем дальше. It seems that the garden was well maintained. Конечно, сад выглядит ухоженным. Знаете что? А, здесь походу нельзя ходить просто так. Ладно, давайте походим. Так, может здесь что-то... А что такое Т? Где у нас Т? Сконцентрируйте на поиск деталей. А как я узнаю... Земля вокруг... Да... А, вот, гляньте, тут это... Следы какие-то. Мы изучим следы. Давайте посмотрим. Ну да, такие нехилые следы, размер 50. Так, а куда они ведут-то? Так. Ну, мы нашли следы. Давайте, что ли, опять выберем эту фишку. И будем посмотреть, что будет дальше. Так, ну тут вроде ничего такого. А что это тарахтит? А вода течет. Так. Здесь тоже вроде ничего нет. Ладно, давайте подойдем к этим чудикам. Так. Инспектор Лестрад, когда вы removете моего мужа? Это sacrilege to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. Шерлок Холмс — это еще тот детектив. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Что-нибудь необычное этой ночью? Когда нашли тело? Есть ли садовник?
Давайте спросим за садовника. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true. That is a lot of work, but my husband took care of it himself. Ага, значит, все-таки какой-то мудак пришел. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Вечер перед убийством. Давайте узнаем сначала все. Поподробнее. Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. А, так он бухой был. Happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Ну давайте финальный вопрос, когда ж Do you remember at what time тело you found нашли? Your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and, oh dear. Были у него гости. Was your husband accustomed to receiving visitors? Это пьянь, наверное, была какая-то. I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Ну, и чё ты на меня теперь смотришь? Шо это, я типа по её взгляду? Скворечник. Перчатки. Ха-ха. Жесть. Теперь все станет проще. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Откуда вы узнали о Плимуте? Паломничество, наверное. You undertook a pilgrimage to the cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Ха-ха, значит, я еще не тупой, я умею думать. Ха-ха-ха. Так, а что теперь мне делать? Так, следы нашли, дерево нашли. Какое-то, не знаю, что это за следы. Мужик с бабой поговорили. А что это такое? Составили портрет этой твари, которая решила вдруг быстро оправиться после смерти мужа. Так, а вот что делать теперь? Давайте опять Теннера на включим. И посмотрим, может здесь еще что-то есть. Подозрительное. Блин, ну я пока ничего не вижу, вообще ничего не вижу. Фонарик. О, он даже бегать умеет, класс. Так, еще какой-то домик. Дверь открыть нельзя. Это плохо. Здесь ничего нет. Жалко, что нельзя по капусте этой ходить. Вот это очень плохо. Так. Что мне опять делать? Может опять на следы посмотреть? Следы.
Что мне с этими следами делать? Да это я заметил, что они достаточно большие. Сад... А, во, мне, наверное, с этим надо поговорить. Питер Кэрри's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Правильно сделали, что ни к чему не притрагивались. Ща я ко всему притронусь. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Так, так, так. Не понял. These scratches are fresh. Там кто-то колупался, это и так понятно. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Чего? Ладно, откроем дверь. Так, опа, а где трупак? О боже, фак! What a terrible way to die. Капец, блин. Так, блин, а тут много этих уликов, походу. Полка, подозрительно пустая полка. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Может быть, может быть. Тебе виднее, дядька. The tooth of a sperm whale. Добытый Питером. Peter Carey's catches. Ну а еще? Полка-то большая? А, ну ладно. Так, полку мы обсмотрели. Давайте теперь еще где-нибудь позырим. Так, ящик, стол. Странно, что больше ничего нету. Давайте посмотрим на тело чувака, что ли. Питер Кэрри был импейлен на стену by a whaling harpoon. Ну это я и так заметил. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Лужа крови? Не, стоп, подождите. Лужа крови. Что тут? Нож валяется. This blood is from the pool underneath the dead body. Ну это понятно. А дальше? А, его крутить можно, нифига себе. Жесть. Прикольно. Давайте теперь вот это посмотрим. Блокнот. Так, блокнот. Тоже можно покрутить, причем как угодно, блин, ря класс. Надпись. Тхн. Так, ладно. Это тоже нашли. Еще что-то есть? Нет, больше ничего нет. Осмотреть тело. Давайте, может, еще на теле что-то найдем. Лицо. Ну, само собой. Гарпун, лужа крови, лужа крови, одежда, одежда, лицо. Ну, блин, по-моему, мы все осмотрели. Так. Мы осмотрели. Стойте, деревянный сундук. Содержимое сундука еще можно осмотреть. Ботинки. 41 размер. Ну, это маленький размер, там лапоть побольше. Old navigation instruments, nothing interesting.
Ну, все что ли? А вот эта фишка нет, эта фишка не то. Еще что-то должно быть. Шляпа какая-нибудь. Не? Не, нормально, ладно. Мы взяли ботинки, и, наверное, сейчас надо пойти сравнить их с этими. С вот этими лаптями. Да? Ну. Не, это вообще. Конечно, тут лаптя. Ой-ой-ой. Так. Отлично. Мы поняли, что это не то. Стол. Теперь можно осмотреть стол. Someone drank from this glass recently. Да ладно. Опа. PC have been crudely burned. A sailor's work. Так. Someone drank from this glass recently. Два стакана, из которых бухали. Rum. A sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Может быть, может быть. Так, ну в принципе больше на столе походу нет ничего. Что еще можно смотреть, может быть? Полка. Табуретка какая-то. Нет, на нее тоже нельзя посмотреть. А вот, можно посмотреть. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Ну все, блин. Походу, улики-то закончились. Больше-то и смотреть не на что. Может, есть на что? Может, я... О, вот, еще можно на карту глянуть. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. Полка. Это мы смотрели, вот. Стойка для гарпунов. Ты так понятно, что его оттуда взяли. Ну, блин, что еще, еще, еще. Веревка. Не знаю, там что можно посмотреть? Нет, нельзя. Ладно. Я так полагаю, нам нужно поговорить опять с инспектором. Have you finished inspecting the crime scene? Have you finished inspecting the crime scene? Mr. Holmes? It seems that the garden was well maintained. Так, а ну, может, мне надо поговорить с этой, с женой? Мало ли. Личные бумаги Питера. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. В его кабинете. А где его кабинет? Это теперь, походу, нам разрешили зайти в хату погуляться, да? Нет, дверь закрыта. Черного входа нет. А ну, может, мне в эту будочку надо? Тут же что же стоит? Полицай. Мистер Холмс? А что, они братья-близнецы, что ли? Так, ну блин, тут больше нет ничего. Что, может опять на эту полку посмотреть? This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps.
Коробка или шкатулка? The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Ну, может тут что-то будет? Ну, ботинки нашли. А, это походу подсказки, которые нам нужно улики найти. Ботинки мы нашли, следы. Или нет? В общем, игра заставляет подумать. Что ж, расследование оказалось не такое уж и легкое, как казалось бы на первый взгляд. Так что, наверное, давайте продолжим расследование уже в следующей серии. Я думаю, вам игра тоже понравилась и тоже заинтересовала, как и меня. Но не так уже затянули и так уже долго, поэтому не буду больше тянуть. Кстати, сегодня я разговаривал с Лёхой, и если вдруг кто-то из наших зрителей желает в будущем пойти на айтишника, то Лёха с радостью предоставит вам экспресс-уроки по программированию, а именно C++, Delphi, по-моему, и Pascal. Так что не стесняйтесь, пишите свои комментарии, а Лёха будет на них отвечать. Что ж, пока-пока, до скорых встреч!